Здравствуйте, инспектор дорожного патруля службы Сибирской полиции. Малко, ваш документ, пожалуйста. Еще вопросы? Личная жизнь не интересует? Ничего? Нет, не интересует. Вы ничего не забыли? Включает. Ничего не забыли? Нет, не забыл. Масочку приспустите, детского? Пожалуйста. Нет. А кому служите? Не народу своему, не детям? Но кому вы служите-то? У вас коммерческая организация? Нет. А почему скидки действуют? Кому вы служите, вы не ответили? Я вам уже ответил до этого. Кому? Я с вами больше не собираюсь разговаривать, я вам все разъясню. Родились где? Тагил. Нижний Тагил, да? Зарегистрированы по какому адресу? Без ответа. Не понял. Без ответа. Без ответа, да? Официально работаете? Без ответа. Номер мобильного телефона ваш? Тоже нет. У вас ребенок в окно вылазит, посмотрите, пожалуйста, он голову высовывает. Да вы сядьте на место. Как бы пусть нормально все. В отношении вас составлено постановление. Я вам уже ранее все объяснил. На ранее просил протокол. А? Протокол просил. А кто составлял? Составлял кто? Вам же уже представлялись, когда вас останавливали. Составлял протокол кто? Инспектор. А вы кто по делу? ДПС, по делу кто? Кто обнаружил правонарушение? Ваше обнаружение зафиксировано. Ну кто на конкретно фото, из вас двоих? На фото зафиксировано. Из вас-то двоих кто? Вам уже все предъявили. Вы зафиксировали? Все показали, все зафиксировано у инспекторов. Он как должностное лицо имеет право. А вы тогда зачем со мной разговаривали? Отойдите. Я имею право с вами разговаривать, поэтому разговариваю. Не имеете. У нас дело рассматривать. Не имеете вы права. Отойдите в сторону. Мы... Инспектор. По статье 21.1 Кодекса психонарушений вы имеете право знакомиться с материалом по делу, вносить ходатайство и отводы. Имею право все-таки. Что? Имею право. Имеете право. Ну-ка, сиди. Ну, федеральный. Дай мне телефон. Законом. Угу. Это вы сейчас разъяснили мне права, да? Я вам сейчас разъясню. Даже не переживайте. И все докажем. Даже не переживай. И все докажем. И все докажем. А где протокол? Пожалуйста, постановление. Здесь а протокол-то где? Мы вас сейчас ознакомлю с постановлением. А где протокол? Мы вас ознакомлю с постановлением, вам еще раз повторяю. Вы кто такой по делу-то? Вот мы разговариваем с инспектором. Вы кто по делу? У нас дело и рассматривается. Ну и что? Ну и что? Ну и что? Ну. Он самостоятельно должностное лицо. Вы кто? Я? Да, по делу. Вот у нас дело рассматривается. Вы свидетель или кто? Я должностное лицо. Ну заявите сюда свидетелем тогда. Я инспектор. Пишите свидетеля тогда. Я не свидетель, я должностное лицо, я вам еще раз. Ну а что вы вмешиваетесь в рассмотрение дела? У нас дело рассматривается между инспектором и мной. Я не вмешиваюсь. Отойдите тогда. Отойдите. Смотрите, данное правонарушение было совершено, так как ребенок находится вне детского удерживающего устройства и не пристегнут ремнями безопасности. Mm-hmm. В отношении вас было составлено постановление. А я просил протокол. Так как доказательная база имеется, было составлено постановление. А я просил протокол. Где протокол? Вы подписи в постановлении будете составлять? Буду. Вы оставляете. Если вы не согласны, будет составлен протокол. Вот и все. Обычно вы будете оспаривать. Так вы уже меня признали виновным. Зачем сейчас протокол составлять? Зачем? Вы же не согласны, составят протокол. Так я изначально вам сказал, что я не согласен. Изначально. Изначально. Вы изначально должны были составить протокол, чтобы я его мог... Ну а вы меня уже признали виновным. Так вы нарушили презумпцию. Доказательная база. Презумпцию нарушили? Смотрите, доказано, что вы виновны. Когда ваша вина доказана, я имею право составить постановление. Вот и все. Не переживайте. Я могу вам принести. Так вы кто по делу-то, я не пойму. Я вам подсказываю. Правильно? Так мы обойдемся без подсказок. Мы какой-то вопрос решаем, правильно?
То есть вы мне говорите то, что там неправомерно составили на вас постановление. Неправомерно. Почему неправомерно? Потому что по ваша закону. Вина уже доказана. Имеем право составить постановление, понимаете? А зачем тогда предлагаете обжаловать, если все доказано? Зачем так, нет, предлагаете? Это ваше право, потому что. Так доказано так же все. Право. Так уже доказано. Так это ваше право. Может, вы оспариваете мое... Вы нарушаете мое право нет, именно. Вы можете оспаривать правильное решение инспектора о вашем правонарушении, верно? Ничего верно? Нет, неверно. Ну почему нет? Ну потому что долго объяснять, я уже объясняю. Вы все равно не поймете. Можете к нам на МИРа 57 А в ГАИ обжаловать, можете любой вышестоящий орган обжаловать, верно же? Вот поэтому. Так почему я с вами-то общаюсь? Я хочу с инспектором пообщаться. Мы же с вами какой-то вопрос решаем, не связан с данным административным правонарушением. А о чем мы тогда разговариваем? О погоде, что ли? Почему о погоде? Мы на слово про погоду. Мы как раз о правонарушении разговариваем. Холодно на улице. Минус 1 градус, дождик. Если про погоду хотите поговорить. Вы будете меня ознакомливать, а нет? Пожалуйста. Копия вам будет вручена. Я от вас ничего не скрываю. Можете ознакомиться. Здесь вы указываете прописью, либо не оспариваю, либо оспариваю. Если хотите оставить объяснение, объяснение можете оставить в протоколе. Здесь объяснение не надо писать. Здесь не надо ничего писать, пожалуйста. Что вы делаете? Ну что вы делаете? Спокойно, мой друг. Что вы делаете? Я же говорю, в протоколе хорошо. Будет объяснение. Хорошо, пусть пишет. Эту строчку не забудьте. Фамилии, инициалы, пожалуйста, здесь пишите. Здесь ниже подпись еще. Что вы где? Где еще? Здесь после вот здесь вот. Мам! Давай сотик мультики. И ниже где у вас роспись? Это да. За копию вы. Вот здесь еще ниже. На одну строчку вот здесь, ниже своей. Что вы делаете? Спокойно, мой друг. Что спокойно. Вы делаете?